Всем привет, вы на канале Темная Лица, меня зовут Дима. Я продолжаю проходить Watch Dogs Legion. И пошли 34-я миссия игры под названием «Справедливость для Клэр». Я желаю всем, друзья, приятного просмотра. Сегодня, друзья, уже 1 января нового года. Это класс, супер, это реально шикардосно. И всех вас, друзья, поздравляю с наступившим Новым годом. Желаю вам, друзья, счастья, здоровья и всего-всего хорошего. И, друзья, до этого я даже могу немножечко, даже потанцевать, друзья. Друзья, танец готов. Теперь, друзья, погнали, телепортируемся на нашу, друзья, миссию. Теперь, друзья, прикольненько я попал на лодке. Вот, друзья, Лондон. Биг Бен. Заметьте часы Лондона, если я не ошибаюсь. Классненько, друзья. Предыдущая миссия была офигенная, но самая, друзья, она была у меня короткая за всю игру. Друзья, я классненько припарковался. Сейчас теперь я телепортируюсь. О, друзья, в принципе, даже недалеко. Вон, друзья, все равно телепортируюсь в наш убежище. Сейчас, друзья, мы обсудим с моей командой задание. А, друзья, в данной миссии, друзья, мы будем... Друзья, сейчас скажу нормально. В данной миссии, друзья, мы должны будем заполучить Найджела Касса и показать людям Лондона, жителям Лондона, то, что Найджел Касс ублюдок, а не хороший человек. Ну, друзья, нельзя будет его убивать. Вот, друзья, еще что? Опять же, описание этой миссии, если, друзья, кому интересно почитать. Вот мы, сука, тебя поимеем. Конечно, мы тебя не убьем, а может быть и убьем, я не знаю, как он себя победит, друзья, но мы тебя, сука, разоблачим. Покажем жителям Лондона, что ты конченый мудень. Друзья, 1 января Нового года. Ой, кайф, вот супер, друзья, и я, как обычно, играю. Ха-ха. Друзья, я скоро завершу эту игрушку, пока я чувствую, друзья, реально вот это чувствую. Класс, друзья, мне очень нравится этот персонаж, реально он прикольный. Ну, в смысле, он реально классненький, интересно играть, друзья. Мне очень нравится киллерша, нравится и шпионка. Все, друзья, давайте сейчас вырублю вебку быстренько на пару сек и минуту. Альбион подтвердил, что причиной серии взрывов в небе над Лондоном стала диверсия мятежников из DedSec, выведших из строя дроны Альбиона. В эксклюзивном интервью GBB Radio One основатель и директор Альбиона Найджел Касс сказал следующее. Правда заключается в том, что эта так называемая «борьба за свободу» сыграла с Лондоном злую шутку. Взорванные дроны должны были заменить наших сотрудников, что позволило бы нормализовать ситуацию в городе. Но теперь у меня просто нет права отзывать своих людей. Это недопустимо. Касс также напомнил слушателям, что любой предполагаемый член DedSec может быть террористом, и что о них нужно сообщать Альбиону. Лживая тварь! Он был готов убить любого, кто подумает встать у него на пути. А сейчас строит из себя жертву. И успешно! Нет, слишком радостно. Увы, успешно. Слишком грустно? В его духе. Запугать людей, а потом изобразить героя на белом коне. Мы должны открыть людям глаза. Вот в чем его слабость, имидж. Подпортим его, Кассу конец. У нас есть идеи на этот счет. Бэкс, давай. Это Клэр Уотерс, диссидентка и ведущая подкастов. Пропала сразу после того, как анонсировала следующий выпуск. В эфир он не вышел. Вот все, что у нас есть. В следующий раз гостем радио Буканир станет человек, работающий с Найджелом Кассом. Он обещал предоставить доказательства того, что Касс – тиран. Снесем крышу Белой башни. До встречи, пираты. Касс всегда выкручивается, когда есть шанс. Если он решил убить Уотерс, эта запись – железная улика. Она нам нужна. Вещание шло из центра груз номер один. Начни поиски оттуда. Похоже, Клэр Уотерс забрасывает дерьмом всех подряд. Чаще всего она выступает против Альбиона, но не забывает ругать и Скай Ларсон, и Сирс, и клан Келли. У нее есть мнение буквально обо всем. А представь, как она подпортит ублюдкам жизнь, если будет получать информацию от DedSec. Она давно копается в грязном белье Касса. Если того, что она собрала, недостаточно, чтобы зажать его яйца в тиски, может, присоединившись к вам, она нароет больше? Да, друзья, миссия обещает быть очень классной, прикольненькой и интересной. Еще раз, друзья, вас поздравляю всех вас с Новым годом.
Надеюсь, друзья, этот год будет лучше, чем 2020 год. Я желаю, друзья, вам счастья, здоровья и всего-всего наилучшего. Вы очень классненькие, я очень рад, друзья, что с вами всеми, друзья, познакомился. Так, друзья, найдите студию в центре... Найдите студию в центре Груз. Блин, не успел прочитать нормально, зараза. Бывает, друзья. Вот миссия обещает быть реально очень даже такой интересная. Честно, друзья, спасибо вам, друзья, всем за поддержку, друзья. Реально, огромное вам спасибо. Теперь, друзья, нормально прочитаю суть миссии. Найдите студию в центре Груз. Номер один. Во, спасибо. Друзья, я быстро, друзья, телепортируюсь. Так, примерно, где находится миссия? Так, опа, друзья, вот, видите, друзья, бах, телепортировал сразу на миссию. Вот классненько, вот супер, а. Надеюсь, друзья, вам реально нравятся огоньки мои, а. Классно, друзья. А вот, кстати, друзья, вот год быка, я вот прикольненького бычка приготовил, а. Надо сказать, год быка, друзья, надеюсь, он будет лучше, чем вот он, друзья, прикольненький бычок, да? Это нормально, покажу, я его себя закрою. О, бычок. Так, бычок. Ты, конечно, классненький. Пока тебе сделаем так. Вот так вот. Во. Все, друзья. Я и готов ко всему. Что нас будет, друзья, в этой миссии поджидать. Так, друзья. Сейчас я быстро пробегусь. Правда, мне реально очень нравится этим агентом играть, а. Ой, друзья, простенько. Станция Клэр была где-то в этой области. Уже обычная. Точнее не скажу. Ну, крутой. Только что это аналоговая техника. У Клэр миллион врагов, и ее так легко найти. Надеюсь, нас никто не опередит. Ух, надеюсь. Так, это внизу получается, да? Так, блин, зараза, надо вниз спускаться, а? Ну, ладненько. Надеюсь, друзья, Клэр будет жива. Хотя, друзья, уже тут миссия называется. Справедливость для Клэр. Ну, блин, даже не знаю, может быть, она уже умерла. Может, ее уже нашел, начал кассы убил. Хреново. Слушай, такая тачка необычная. Ни разу не видел ее. А может и видел. Нет, скорее всего, она не видела. Вот, друзья, скорее всего, надо куда идти, а. Так, друзья. Блин, я запутался. Куда идти, а? Так, подожди, камеры. Камеры. Так. Угу. Так, да я понял, что ты не будешь с ним мириться. Я уже вдуплил. Вот, друзья. Так, реально запутался, куда идти, а. Надеюсь, все правильно сегодня готово шоу. Ну, друзья, вот пусть я поднимаюсь наверх, да? Только что это у меня, друзья, как это не стрим. Ну все, тем не менее, друзья, все прикольненько, а. Правильно, мой друг Серега сказал, Дима, ты лучше не только игры стрим, но и вот спорим и записывай, а. Он молодец, правильно сказал. Так, друзья, центр груз номер один. Ага, понял. Так, друзья, я не особо любитель эту всякую фигню читать. Так, технологии. Что себе можешь замутить? Маленько, друзья, возьмем себе эту штучку-дрючку, а? Думаю, пригодится, а? Все, друзья, у меня скоро конец игры. Я так думаю. Все, друзья, мы когда этого штуку победим, останется все только разоблачить нулевой день, и все. Ой-ой, музыка. Блин, да куда же идти, сука? Какой же тут... Эй, музыка, извини, но мне сейчас точно бан получу, а? Я надеюсь, я правильно иду, а? Я уже запутался. Эй, музыка, какого музыка? Вырубись, пожалуйста. О, спасибо. Так, огромное спасибо. Так, паучок, ага. Сейчас, друзья, все же правильно, да? Да, друзья. Так. Не знаю, сколько сегодняшняя миссия будет длиться, друзья. Данная миссия, надеюсь, она будет... Она мертва. Твою мать! Что бывает, когда хочешь делать добро в этом городе? Убийцы за это заплатят. С удовольствием слушал бы твое нытье весь день. Но может стоит потратить это время на расследование ее убийства? Это верно, Бэгли. Мы отомстим, если узнаем правду. Я тут осмотрюсь. Сука, я так и знал, что она мертва. Не даже миссия называется «Справедливость для Клэр». Клэр, так и назову. Сука, обидно. Многовато следов. Несколько человек. Тяжелые ботинки. Протектор характерен для обуви одного из армейских поставщиков. Осенняя коллекция, кажется. Да я угадаю. Поставщик Альбиона. Ну-ка. Зачем это граффити? Дешевый трюк, тебе не кажется? В своих подкастах Клэр неоднократно критиковала клан Келли. Но думаю, для них это обычное дело. Они ведь бандиты. Им не присылают цветы и открытки с благодарностями. У клана Келли нет причин для такой рекламы. Все знают, что убийство их специальность. Тут что-то не так.
Да это, сука, Альбион. Они все забрали, кроме планшета. Дьявол кроется в мелочах. Просканируй, Бегля. Планшет разблокирован. Похоже, здесь Клэр хранила записи разговоров. Жалко Клэр, сука, а? Итак, будет вы согласились похоронить, дать интервью. А? Сука, крови, а? Ее пытали явно. И работаете вот, с Найджелом вот кровь. Кассом, верно, мистер? Вот кровь. Просто Хью, вот кровь. Как я решился? Вот если кровь. Они узнают... Охереть. Знаю. Ни для кого не секрет, как Альбион поступает с неугодными. Итак, что у вас есть? Я могу доказать, что Найджел Касс замешан в терактах. Что? Но это же... Вот... Залейте все на защищенный диск. Эта информация надежна? Это запись, где он говорит с кем. Альбион, оружие на пол, живо! Офигеть. У нас нет оружия. Так нельзя. Так, все железки на карусель. Потегай стену, избавься от него. А ее оставь. Что может быть страшнее банды, которая решила отомстить? Черт! Касс отправил своих парней за Клэр и тем чуваком. Значит, запись не лажа. Ублюдок что-то знает о терактах. Значит, все оборудование Клэр у них, вместе с аудиофайлом, который нам нужен. Если достанем, сможем похоронить засранца. Касс ответит за пролитую кровь, в том числе за убийство Клэр и ее информатора. Тот альбионовец упоминал карусель. Это Крусель Плаза, где их библиотека пропаганды. Что ж, неплохое место, чтобы начать поиски. Украденное оборудование должно быть здесь. Аккуратнее. Охрану Альбиона серьезнее, чем тот, кто заметал следы на месте преступления. Лучше за них беспокойся. Да-да, но может все-таки сфокусируемся на оборудовании Клар? Так, найдите оборудование для записи. Сука, а жалко Клар, честное слово. Я, конечно, не знаю, друзья, ее, ну, после, по игре, я имею в виду. Но все равно, сука, она молодец, она... Боролась за справедливость против Клана Келли, против Альбиона, блин, против всех, молодец, а. Жалко, конечно, что ее убили, а. Так, друзья, как мне туда попасть? Я тут, конечно, вопросик, а. Так, это что у нас? Супер-пупер-дрон Альбиона? Угу. Так, друзья, ну, мне, думаю, особо не пригодится, хотя... Нет, друзья, только он мне пригодится. Сейчас я этих сук поимею, а. Не хочу я втихаря идти, а. Надо, друзья, зайти, как говорится, классненько. Опа, друзья. Здесь моего агента не убьют, а? Так, блин, что это долгая перезарядка, а? Вот это, друзья, классный вход, а? Я понимаю. Ну, а чё тебе, сука? Пришлите сюда поддержку. И, друзья, я дверь открыл, это классненько, а? Молодец, а? Давай, сука, давай. Сейчас, друзья, сука, мы закрываем там щу, сука. Так. Буквально-ка. Так, 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 хер тебе, граната, сука, хер тебе. Надеюсь, моего агента не убьют, а? Меня не собьют, а? Сука, видели, чуть не сбил, а? Охереть, а? Ебаский городовой. Так, 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 молодец. Так, буквально остался последний дебил. Вот, друзья, нравится мне дрончик, это прикольный кидарон, а? У меня, друзья, есть и ракета, и пулемет, а? Вот класс. Так, где вы? Где еще? Где дебилы? Где вы? Так, где придурки? А, ага. Молодец. На последок пока не слышали дрон. Ай, сука, уничтожили, а? Все, друзья, теперь, надеюсь, я могу войти. Сейчас тебе будет, сука, протокол поиска. Вот видите, друзья, молодец. Открыл ворота, друзья. Таким способом необычным, а? Красавчик, а? На всякий пожар, друзья, я лучше взломаю, мало ли, он закроется, а? Ну, чтобы там не бегать, а? Я, сука, реально отомщу за смерть Клэр. Вот так бы сказал бы герой бы, а? В принципе, так и сказал, на самом деле. Так, 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 так. Там кто-то есть. Ты, сука, уже не узнаешь, а? Хотя, друзья, не убил его, а только вырубил, а? Да, он по яичкам, а? Так, по аудиозапись, давайте, друзья, послушаем ее, а? Интересно,
Послушай, кого не будет, только кого не знаю, правда, пока что. Что это, музыка будет играть? Ну-ка. Не, ну музыка, конечно, хорошо, но могут вам получить. Жаждете правды? Во. Глотните истины с Клэр Уотерс. Обсудим Скай. Скай Ларсен. Кто она такая? Какие планы у Брокотек? И что такое проект «Рассвет»? Пока есть вопросы, я буду искать ответы. Смелая девушка была, а? Реально смелая. Жалко, что она до всех не обратилась, а? Изначально. Тогда была бы жива, а? По крайней мере, возможность выжить, друзья, у нее была бы больше, бы, нежели, как говорится, когда она работала одна. Ай-ка, друзья, мы за смерть Клэр отомстим этим ублюдкам. Я обещаю это. Это оборудование, Клэр. В том числе и ее защищенный внешний диск, который, как ни удивительно, еще не пытались взломать. А значит, аудиофайл, который нам нужен, вероятно, цел. Скачивание и удаление. Классненько. Что такое, друзья, прикольная маска дома у героя. Классненькая, мне нравится. Так. Это не охренели? Сука тупая. Так, друзья, ах ты сука. Я. Ух, твою мать. Блин, реально, сука, миссия. Ух ты, сука. Епатский городовой, вы что издеваетесь? Епать твою миссию, охереть, сука. Вот так поворот события. Обидно. Блин, жалко, что моего героя не убили, а? Арестовали только, а? Ладно, друзья, в этой миссии мне понадобится, опять же, киллерша. И хотя, друзья, сыграю, наверное, им. Да, думаю, им сыграю, друзья. Он еще будет отомстить своим же обидчикам, своим же альбионовцам, друзья. Давайте им поиграем, а? Здесь, друзья, он не погибнет, а? То есть, ну, в принципе, друзья, мой герой не погиб, но, сука, арестован, а? Жалко, а? Альбион отправил нашего агента в кратковременный отпуск. Займи его место. Так быстро? Ладно, тогда за дело. Ладно, друзья, теперь я знаю, что ожидать. Поспи. Сейчас быстренько поднимемся. Так, друзья. Угу. Это оборудование Клэр. В том числе и ее защищенный внешний диск, который, как ни удивительно, еще не пытались взломать. А значит, аудиофайл, который нам нужен, вероятно, цел. Сейчас, друзья, я сделаю это. И тогда взломаю. Тогда уже взломаю, а? Сука. Сука. Это вы сучки такие. Ага. Ебать, сколько вас тут. Ебать, у них, конечно, защита, да? Вот, ёб твою мать, а. Надеюсь, они убьют. Сука. Что за защита, друзья, у них охеренная. Ничего не скажешь, а. Ебать так, защита, а. Ага. Блин, что, опусти ракеты, а. Давай. Во, молодец, дрончик. Красавчик, Димон. Давай, сука. Давай. Молодечек. Ой, сука, сейчас командир полюбил нас. Так. Блин, да. Они, конечно, поимеют, а? Сука.
Епатский городовой, а? Так, изучите улики из консоли Альбиона. Окей, окей, сначала надо... все уничтожить, сука. Да, конечно, боюсь, сука. Только не тебя. Я больше боюсь именно ваших дронов, а? Нежели тебя, сука. Сука, почему реально? Почему слушаешь здесь, сука? Только плохая, сука. Блин, зараза. Лучше друзья тут побегать. Надеюсь, друзья, Элли меня хорошо слышно, хорошо видно. Все же, друзья, всех поздравляю с Новым годом. В прямом смысле, с наступившим Новым годом. 2021 годом, друзья, вас поздравляю. Так, где вы, дебил? У вас столько много? Тут, друзья, меня это даже очень радует, что под финальной миссии, ну, пресс-финальной, так сказать, не знаю, сколько до финала. Такие классненькие, друзья, такие прикольные. Я их всех поубивать, а? Так, все, друзья, пошел я. Все сделаю, молодец. Так, патрончики соберу у них. Мне не пригодятся. Опа, друзья, патрончики. То, что доктор прописал. Сейчас перелазим. Давай. Так, друзья, освободим район. Окей, окей, друзья, уничтожьте за решение и соберите операцию. Да, почему бы и нет. Все, молодец. Красавчик, Димон. Так, аудиозапись, друзья. Давайте послушаем разговор. Так, друзья, очки технологии, где они находятся? Мне просто интересно узнать, где далеко, недалеко. Внизу. Неплохо, ты угробил автоматизированный центр пропаганды Альбиона. Он должен был рассылать на ближайшие оптики оповещения об опасностях. Но по факту просто спамит правильной информацией. То есть, спамил. Так, я понял. Так, где? А, он где-то там, да? А вон, друзья, находятся очки технологии наверху, а? Майк, друзья, все, пошел я. Сейчас, друзья, еще патрончика соберу. О, друзья, дождик пошел. Или нет? А, друзья, дождь пошел. Давно, друзья, у меня в игре дождь не шел, а? Вот, друзья, сейчас все сделаем. Молодец, мой еще один агент. А, хорошо, друзья, Тирана не убили. А только вырубили. Я знаю, что ты слушаешь, говори. Мы же говорили, что премьер не согласится. Британцы любят, когда наемники разгуливают по улицам в других странах, но не у них. Да, он туп. В этом городе и в стране бардак. Армия держится на честном слове. Полиция впала в панику. Кто-то обязан спасти людей, Найджел. Кто-то сильный. О да, я уже все продумал. Оптимальные цели — это ТНМ, парламент и больница Королевского колледжа. Я предоставлю специалистов, но бомбы — твоя забота. Это не обсуждается. На меня не должны выйти. Ты кое о чем забыл. Вы получите доступ к филаменту. Я все помню. Теперь исчезни. Теперь вали, или тебя наверняка убьют. Да уж, друзья, ну вот так поворот событий, а? Сука. Ну, либо день работал и работает и с Альбионом, работает и с Мэри Келли, но работали с Мэри Келли, сука, из похода сельская и всего. Так, покиньте область, окей. Он дозерочка технологии потом возьму. Они так мне нужны. Ну-ка, могу так свалить, а? А могу? Не могу. Почему не могу так свалить, а? Тут же изи свалить. Тут же реально открыто. Почему я просто не могу подняться и свалить, а? Какая-то фигня получается, а? Ну-ка, тут что находится? А, вот, друзья, я могу отсюда свалить. Во, круто, друзья. Он говорит с таким самодовольством, что хочется прищемить его яйца школьным пеналом, да? Что ж, нулевой день знает, за какие ниточки дергать, чтобы получить желаемое. Филамент. И Кас был готов на сделку, чтобы получить ключ от города. Черт. Знаете, наверное, я все время надеялся, что... Черт! Что, ты в нем не ошибался? Прости, Хэмиш, но если он когда-то и был таким, каким ты его представлял, это в прошлом. Нужно опубликовать эту информацию. Рассказать людям. Правильно. Будет желание, приходите на площадь Пикадилли. Мы с Бэксом кое над чем работали, и эти доказательства — единственное, чего нам не хватало. Так, отправляйтесь на площадь Пикадилли, и узнайте, что задумал Хэмиш. Ух ты! Да почему бы и нет? Вот это, друзья, это чего такая офигенная, реально, тачка классненькая, мне нравится. Сейчас, друзья. Ну-ка, сколько туда ехать примерно? Так, где-то, ого, нифига себе, где он находится. А их, друзья, я на своей тачиле крутой доеду, а.
Так, надеюсь, реально меня видно. Это очень важно, друзья. Пишите в комментариях. Мне хорошо было видно и слышно. Это реально важно. Надеюсь, конечно, веб-камера у меня такая купила, сука, друзья. Но лучше, друзья. Я потом себе по возможности куплю себе лучше, друзья, веб-камеру и лучше, друзья, микрофон. Ну и, конечно, друзья, освещение лучше добавлю. А друзья, конечно, будет минимум через сколько? Полгода, если не больше, друзья. Это просто с деньгами не особо так nice. Ну, вы понимаете, а? Друзья. Почему? Понимаете, в общем говоря. То есть деньги быстро уходят, а? Ну, друзья, не переживайте, деньги мои уходят на полезные вещи, а? Не на всякую черню. Так, друзья, вот так вот я молодец. Ой, класс, друзья, точил, реально неплохая. То есть дождь хорошо, вообще классно ехать по лужам, а? Супер. Так. Ну, друзья, в первой части дождь был реалистичнее, нежели в третьей, а? Это, друзья, факт. Блин, друзья, интересно в конце. Что же будет в конце вообще игры? А очень даже интересно, друзья, узнать, а. Так. Опа, почти доехали. Почему реально почти доехали, а? Так, друзья, мы почти доехали до площади Пикадиллия. Так. Пикадиллии. Все правильно, друзья. Вот. Давай подождем. Супер, класс. Друзья, походу опять придется веб-вебку вырубать. Это, скорее всего, думаю. Да, вырублю ее. Лондон, вас обманули. Найджел Касс и его альбионовские миротворцы хотят захватить власть над городом. Оптимальные цели – конференция ТНМ, парламент и больница Королевского колледжа. Я предоставляю специалистов, но бомбы – твоя забота. Это не обсуждается, на меня не должны выйти. Найджел Касс объединился с террористом, чтобы устроить взрыв в городе. Потом он создал орбитальных дронов, программу Фемида. Эти дроны будут искать цели, используя ваши данные. Я не позволю никому, даже самому себе, помешать Фемиде. Вот вам правда. Решайте сами. Хотя ну нахер, сражайтесь. Неплохо, как по мне, очень даже неплохо. Как делишки, Хэмиш? Решил выйти на свет, да? Слушай, ну не могу же я сидеть в подполье всю жизнь. Я ж столько всего натворил. К тому же, вам, лузерам, явно нужна помощь. Гляньте. Головорезы! Похоже, с Альбионом мы закончим не скоро. Хэмиш, друзья, молодец. Во все новостные да, издания, Хэмиш. Которые пришли я... на ум. И... Думаю, теперь она будет доноситься из каждого утюга. Так. А когда люди поймут, что это значит, Кассу придет конец. Его снимут с должности. Будут судить за государственную измену. У них нет выбора. И это наша заслуга. Поздравляю, народ. Отлично. Эй. Мне явно не помешает выпить и потрахаться. Кто со мной? Не в том смысле. Вы меня поняли. Вообще-то нулевой день никуда не делся. Но помните, те самые хакеры, которые работали с Кассом и Мэри Келли и устроили теракты в Лондоне? Боже, Бегли, какой ты зануда. Дай людям передохнуть хотя бы пару секунд. Дольше вряд ли получится. Блин, друзья, 34-я миссия была просто офигенно, особенно концовка. Не хочу хвастать, но из меня вышел неплохой боец сопротивления. Дэдсек не завербовал бы тебя, если бы ты не был живучим. Спасибо вам, наверное. Бэкс еще нас такой, малость мудила, но полезный. Будет доставать, просто забей. Так, друзья, защитники Лондона, 35-я миссия, друзья, называется защитники Лондона. Вау, сомневаюсь, круто. Что мы ожидали именно этого, но Найджел Касс снова в новостях. Ну-ка. Ведется совещание по пересмотру контракта с Альбионом. Сам Найджел Касс ответил на требование немедленно сдаться органам власти во время напряженной беседы с GBB. Заткнись и слушай! Меня не сместит ни правительство, ни кто-либо другой. Я скорее умру! И будут еще смерти. Они хотят крови? Ну что ж, Лондон принадлежит мне. Я его пастырь, и я скорее собью свою паству, чем расстанусь с ней. Касс забаррикадировался в своем штабе Белой башни и грозится убить каждого, кто попробует ему помешать. Глава Альбиона хорошо вооружен и чрезвычайно опасен.
Блин, он слетел с катушек. Легко поубивает полгорода. Выбора нет. Доберемся до Белой башни и остановим его. Ой-ой-ой-ой-ой. Четвертая миссия под названием «Справедливость за Куэр» завершена. Всем спасибо за просмотр, пишите комментарии, ставьте лайки. Надеюсь, друзья, сегодняшняя миссия вам очень понравилась, и, в принципе, предыдущие тоже. Друзья, и самое главное, не болейте, не скучайте. Еще раз всех поздравляю с наступающим Новым годом, вступившим Новым годом, друзья. Всем пока-пока, вы крутые! А что это вы тут делаете? Конец. Кино-то уже кончилось.